Из этого выпуска вы узнаете, что нашли археологи на раскопках в Плёсе. Мы расскажем, какие работы успели сделать реставраторы на Лежневской колокольне. Покажем, как можно сохранить воспоминания о лете и сделать своими руками гобелен из свежих трав. Продемонстрируем уникальный щит, иллюстрацию всей античной истории. А еще раскроем секрет, кто же станет хедлайнером на празднике «Открытое небо». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. Главная тема этого выпуска посвящена предстоящему Дню археолога. В этом сезоне руководители и участники Шуйской археологической экспедиции произвели раскопки в Плёсе. Найденные артефакты приятно удивили всех. Исследования в Плёсе Шуйская археологическая экспедиция проводит не первый год. На этот раз археологи сделали раскоп в восточной части городка на Волге. Осенью неподалеку отсюда проводились исследования под руководством Института археологии Российской академии наук. Теперь получено разрешение на продолжение поиска и сбора исторического материала. Пригород Плёс в этом месте существовал уже в XII – начале XIII веков. Недалеко Павел Николаевич Травкин когда-то копал поселение, он назвал это улицей ювелиров. И вот топография поселения, то есть жилища располагались вдоль Волги. А вот здесь вот вдоль этого небольшого овражка жилые постройки идут вверх, как бы к горе. Получается, что селиться именно здесь, около ручья, нашим предкам было удобнее, нежели у самой Волги. Для расположения построек в этом месте характерна террасированность. Здесь можно на одной террасе было заниматься производственной деятельностью, а на второй как бы существовало жилище. И здесь, видимо, вот как-то вот эта хозяйственная деятельность, она, в общем-то, ну, то есть такая была достаточно интенсивная, но не очень долгая. Ну и особенность состоит в том, это вот просто редкая, редчайшая такая вот возможность, когда мы сняли дерна, и тут же пошел XII век. Получается, с тех пор, как в XIII веке здесь прекратила свое существование усадьба, эта земля пустовала, что позволяет найти интересный материал, связанный с бытовой культурой местного населения. Исследователям попалось большое количество различных стеклянных браслетов. Витые, гладкие, из желтого, фиолетового и голубого стекла. Один из фрагментов ребята нашли в домовой яме, пока на раскопе работала наша съемочная группа. Это яма, которая находилась под домом, под печью. Стояла печь, и весь сырой воздух в доме уходил вниз в яму. Печь теплым нагревалась, теплый воздух поднимался кверху, и вот так проходила циркуляция и просушка дома. И у нас все находки обычно находятся там, потому что хозяйка что-то потеряла, что-то завалилось туда, или дом сгорел, все это консервируется и остается на том же месте. И вот основная часть стеклянных браслетов находилась вот в этой яме. Похоже, хозяйка была модницей, любила стеклянные браслеты. Артефакты, обнаруженные на раскопе, датируются широко. Это 12-13 век. Достаточно интересные находки, ключи от замков. Вот такой ключ у нас в раскопе попадается первый раз. Ну, такие вот достаточно распространены. Попался также фрагмент замка. Может быть, возможно, вот от этого ключика, может быть, от другого. Это большое количество ножей. Вот такой нож имелся у каждого жителя, и у женщин, и у мужчин. Ими обрабатывали шкуры, и в хозяйстве использовали. Также были найдены кресала, предмет для добывания огня. Вот это вот предмет, это пряслица керамическая, оно говорит о том, что здесь использовали качество. Грузика легкая, значит, легкие ткани. Также жители считали, возможно, свои деньги, возможно, какие-то материалы. Вот это вот колесико, счеты, отсчет с узорами. Может быть, они что-то обозначают, может, это просто декоративный элемент. Ну и вот этот вот предмет, это, скорее всего, лиячка, найденная вместе с фрагментами шлака, говорит о том, что здесь занимались плавкой металла. Цветной или черный металл покажут только анализы. Из-за напластования земли исследования Плёса весьма трудоемкие. С такой непростой работой справятся только мужчины. Работаем уже где-то пятый или шестой день. Сложности – это, конечно, жаркая погода, глубокий раскоп, ямы,
которые встречаются почти везде. Ширина культурного слоя составляет здесь 30-40 сантиметров, а дымовые и производственные ямы могут уходить вглубь до 2 метров. Девочки на раскопе обычно отмывают осколки глиняной посуды. Мы посчитываем всегда керамику, смотрим, в каких квадратах она, в каких квадратах ее больше, в каких меньше. То есть, видите, оно здесь все разложено по кучкам таким, соответственно, квадраты, и мы посмотрим. То есть вот в этом квадрате было больше керамики, соответственно, скорее всего, в этом квадрате были производились какие-то хозяйственные работы, может быть, что-то приготовлялось, пища, либо, если это было у ювелиров, возможно, здесь были какие-то работы. Керамики на каждом раскопе всегда бывает много, в отличие от других находок. Самое интересное, что здесь попадается, это клейменные донцы, то есть вот донцы, иногда здесь поставляются небольшие такие рисуночки. Это как подпись мастера, то есть это вот именно он сделал этот горшочек. И есть разные клейма с разных мест, с разных мастеров, соответственно. Еще можно интересные тоже венчики. Их, соответственно, можно собрать очень легко. И очень часто мы это можем сделать. Соответственно, когда дальше она проходит следующий этап своей керамики, мы собираем иногда, получаются довольно большие горшки. Перед исследователями Плёса встает очень много вопросов, но на многие из них ответить пока очень сложно, потому что не хватает информации, и в первую очередь из центральных районов города. В прошлом году на Никольской улице у нас был раскоп. То есть мы нашли шпору. То есть шпоры, понятно, это дружинная культура. То есть это еще одно доказательство существования крепости домонгольской. Мы нашли писало, то есть это тоже, в общем-то, свидетельство грамотности. Конечно, мы хотим найти теперь берестяную грамоту, но вот я думаю, у нас все еще впереди. Цель археологов – узнать исторический возраст Плёса и найти неоспоримые тому подтверждения. Есть предположение, что эта территория входила в сферу влияния Владимира Суздальской Руси. Интересно также выяснить, кто стал первым осваивать эти территории, чем занимались, кроме рыбной ловли и ювелирного промысла, с кем торговали. Ведь Волга – большой торговый путь. Этап реставрации Лежневской колокольни завершился. Что успели сделать специалисты за это лето, узнайте из нашего следующего материала. В этом году на проведение реставрационных работ из федерального бюджета выделили чуть менее 10 миллионов рублей. На эти средства провели первоочередные работы, без которых невозможна дальнейшая реставрация. Отремонтировали лестницы, заменили ветхие деревянные перекрытия. Кроме того, укрепили фундамент. Хотя колокольня стоит на прочном основании, выполненном из гранитных блоков, в фундаменте рядом с ним образовались полости. Вокруг фундамента сделано скважины цементных. И плюс еще сам фундамент тоже сделан около 300 скважин. Все это должно послужить, чтобы прекратились крены. И у колокольни небольшой крен прекратился и в дальнейшем не развивался. Также федеральных средств хватило на то, чтобы штукатурить изнутри 3 яруса памятника архитектуры. Сосчитать ступени на этой колокольне мечтает едва ли не каждый житель поселка, но планам проводить здесь экскурсии пока не суждено сбыться. На полную реставрацию потребуется и время, и деньги. По подсчетам специалистов потребуются немалые средства. Работы по фасаду в этом году даже не начинали. Прежде чем к ним приступить, необходимо выполнить ремонт кровли. На следующий год Николо-Шартомским монастырем была подана заявка на выделение федерального финансирования на продолжение работ. Заявка чуть более чем на 4 миллиона рублей, и планируется, что в следующем году будет произведена реставрация кровельного покрытия. Только после этого планируется приступить к дорогостоящей реставрации фасада. Работа по фасадам, она значительно более трудоемкая, и объемов больше. Там и цокольную часть надо ремонтировать, реставрировать, воссоздавать кирпичную кладку, белокаменные элементы, там их достаточно много. Есть утраченные, есть то, что можно восстановить, попробовать воссоздать. Литного декора там немало, карнизных частей, тянутых, штукатурных. То есть это требует определенного навыка и времени. По-хорошему, фасаду вместе с кровлей можно за 2 года сделать.
Пока существующим проектом не предусмотрено восстановление часового механизма, хотя и стрелки, и циферблаты явно нуждаются в ремонте. На очереди и вычинка кирпичной кладки. Пока ее не сделают, улавливающие конструкции останутся на своем месте, как и строительное ограждение, чтобы уберечь прохожих от возможного падения фрагментов штукатурки. Экспонат, о котором мы расскажем, на этот раз одна из самых таинственных загадок музея имени Бурылина. Речь пойдет про необычный щит, рассматривать который можно часами. Римские императоры, древнегреческие философы, античные боги. Можно сбиться со счета, рассматривая всевозможные профили на столь необычном экспонате. Самый популярный образ – медуза Горгона. Она представлена на щите несколько раз. Первоначально музей Дмитрия Геннадьевича Бурылина назывался «Музей древностей и редкостей». И пополняя свои музейные коллекции, естественно, Дмитрий Геннадьевич Бурылин старался приобрести вещи уникальные, редкие. И щит, который могут увидеть посетители нашего музея, он относится как раз к редкостям. Изготовлен он был сотрудниками ювелирной мастерской Эдуарда Линдена, которая располагалась в Санкт-Петербурге в 1854 году. Первая из загадок – личность автора этого изделия. Как выяснили сотрудники музея, Эдуард Линден в списках ювелиров Российской империи XIX века не значится. Доподлинно неизвестно, каким образом создавали все эти многочисленные медальоны, образующие единое пространство. Есть версия, что могли использовать и камеи, и античные монеты. И потом с помощью гальванопластики, достаточно дорогостоящей для середины 19 века, шло напыление металла. То есть вот такой щит, он служил своеобразной такой диковинкой, такой изюминкой украшения интерьера санкт-петербургского какого-то богатого сановника. Очевидно, создавая этот щит, Линден хотел удивить окружающих, и у него это получилось. Сотрудникам музея еще предстоит кропотливая работа, чтобы установить все персонали, изображенные на щите. Вот такая история. Сохранить аромат лета можно, и это проще, чем кажется. В нашей рубрике «Мастерская» мы расскажем, как можно это сделать, не затратив много времени и усилий. В этом году лето, к сожалению, не так часто балует нас теплыми деньками, но есть способ сохранить кусочек тепла. Да, на долгую память. Сделать гобелен. Расскажите, из чего его можно сделать, какие травы подойдут? Подойдут, на самом деле, абсолютно любые травы, которые вы найдете в полях. Это самое лучшее. Лес и поле. Вы выходите с корзиночкой, с ноженками, набираете букетик тех цветочков, которые вам пришлись по душе. Берете обыкновенную рамку. Рамка из-под фотографии, из-под картины. Любая. И натягиваем в нее ниточку. Завязав у основания веревочку, вот так, мы просто-напросто ее вот так обтягиваем. То, что я уже сделала немножко заранее, чтобы нам не терять на это время. Мы берем кусочек травки. Много ли ее должно быть? Вот буквально вот столько. Конечно, если вы хотите, какая-то у вас есть определенная задумка, то можно это делать и с тоненькими травинками, чередовать их. Если вы хотите быстро, то можно брать прям большую охапку. И тогда быстро вы наберете этот гобелен. И мы начинаем с любого края. Давайте начнем вот отсюда. Мы начинаем просовывать нашу травочку поперек нашей нитки. Основа и утка. Все как в обычном плетении. Мы подсовываем под каждую ниточку. Удобно поставить вот так на коленочки. Или на что-то, на какую-то рамочку, чтобы видеть весь процесс и видеть, как травочка опускается вниз. Прибиваем ее к низу. Сильно нужно прижимать? Сильно. Травка немножко дает усадку. Спустя время надо будет поприжать еще посильнее. А можно и оставить дырочками. В этом тоже есть своя прелесть. Вот. А кончик мы подворачиваем. Но подворачиваем мы его уже поперек течения. То есть не так, как мы делали до этого, а чтобы травка у нас никуда не делась и осталась там, мы ее прибиваем уже в другом направлении. Дальше мы берем другой кусочек. Так, можно попробовать? Да. Доверите? Да. Люба, вы берете травочку и продолжаете делать
то, что я начала. Мы начинаем вот отсюда. Нам нужно их перекрыть. Угу. То есть наоборот, мы угу. подцепляем то, что там внизу. Угу. Вот таким вот образом должна пойти травка, как у меня пальчик показан. Угу. А для чего можно еще использовать эти гобелены, кроме как для декоративных целей? Для украшения дома в первую очередь. Можно использовать травы, которые прекрасно влияют на сон. И вешать рядом с кроваткой младенца, например. Вот. То есть можно продумать состав своего гобелена заранее. И уже исходя из этого сплести. При засыхании гобелен из трав и цветов сохраняет свою форму и структуру. Правда, немного теряется цвет, зато запах усиливается в разы. Гобелены, которые плели мастерицы в этот раз, чудесным образом превратились в костюмы русалок и стали необычным антуражем для фотосессии. На самом деле придумала я это совершенно случайно. В Текстильной академии нас учили плести гобелены. И я подумала, а почему бы? Летом в деревне я взяла рамку и начала плести из цветов. Это было пару лет назад, с тех пор не могу остановиться. Мы прибиваем этот краешек. Вот. Тоже немножечко подворачиваем. Но мало того, девочки уже пошли вперед, ученицы, те, кто учатся, и придумали, что не обязательно даже набирать вот каждый раз, просовывая все это от начала до конца. Можно просто брать готовый цветочек, за что я им благодарна. Придумали такую технику, mm-hmm. что можно просто брать цветочек, оторвать его и туда уже прямо раз и посадить, куда вам нужно. Выбор трав для гобелена – очень важный и ответственный этап. Выбираешь запах, цвет, и когда уже плетешь, тоже умиротворение какое-то начинается. А еще травы должны быть достаточно мягкие, но при этом не ломкие, чтобы было проще их продевать через нити. Ну а еще, конечно, важно никуда не торопиться, а полностью отдаться работе. Раньше никогда не делала. Опыт очень интересный, но требует очень много усидчивости. Иногда, может быть, ее не хватает. Вот. Но здесь, в королевстве Савы, время идет по-другому, никуда торопиться не надо, и поэтому здесь гораздо приятнее работается, чем дома даже. После того, как гобелен готов, нужно аккуратно снять его с рамы, срезав и завязав на двойные узелки нити. Можно прикрепить зеленую основу на любую палочку, а при желании оставить в той раме, в которой он создавался. Гобелен из трав сделать просто. Совершить ошибку в этом виде творчества невозможно, а значит, получится и у вас. В этом году военно-патриотический праздник «Открытое небо» пройдет 19 августа. Обычно организаторы не раскрывают заранее всех секретов, что ждет ивановцев и гостей города, но для нас они сделали исключение. Подготовка к празднику началась еще в мае. В этом году на аэродроме Северный ожидают 100 тысяч гостей. К месту празднования они смогут добраться на специальных автобусах по льготной цене. Чтобы не было очередей, на этот раз будут работать 10 рамок безопасности. Мы учли ошибки прошлого года. То есть пропускную способность наших вот пунктов мы увеличили в 3 раза. То есть мы надеемся, что все-таки очередей уже таких на вход у нас не будет. И на выход мы делаем совершенно свободный выход. В том году были даже очереди на выход, в этом году их уже не будет, потому что мы как бы отдельно выделяем, скажем так, место прохождения людей, чтобы они могли свободно покинуть эту территорию. В этом году праздник «Открытое небо» совпал с 50-летием 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава. С 10 до 11 часов состоятся торжественные мероприятия, посвященные юбилею этого центра. А уже с 12 гостей праздника ожидает самое интересное – часовая летная программа. Будет представлена абсолютно вся техника, которая сегодня военно-транспортной авиации существует. Мало того, сейчас уже у нас прибывают даже те виды самолетов, которых у нас нет здесь, чтобы люди могли их увидеть. Соответственно, мы их увидим в воздухе, то есть с флагами, в различных фигурах и так далее. Традиционно на аэродроме Северный будет выставлена вся боевая техника, в том числе самолет «Руслан», один из самых больших серийных самолетов в мире. Выступит на празднике наша воздушно-десантная дивизия. В программе прыжки с парашютом, условный захват противника. Кроме того, зрителям продемонстрируют работу артиллерии. Но хедлайнером праздника станет исполнитель Сергей Трофимов. Я напомню. На этом все. Очередной выпуск программы «Культурный слой» ждите 2 сентября. До новых встреч!